Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Лёха Смертник, продолжаем вместе с вами проходить мод под названием «Секреты по соседству». Если в предыдущий раз вообще почему-то прочитал, просто Next Door, такой следующей двери, то, что Secret я даже не прочитал, но потому что, наверное, я делал до этого на весь экран, потому у меня вот так вот все и было. Я отложил в голове без Secret. Так, ладно, ребята, я сегодня что-то, как обычно, не выспался вчера, вообще что-то, всю ночь какие-то кошмары. Ну, знаете, как компьютер любит, и такой вот, видите, Василий, что входит, ручки моет, помойте ручки. Если сейчас решили покушать, обязательно. Это, знаете, когда такой ложишься, например, спать, врубаешь там ютубчик, что-то смотришь одно, потом он такой, блин, братан, тебе надо, говорит, срочно посмотреть какой-нибудь летсплей, и там, где желательно, кто-нибудь орать будет. И ты прям в 4 часа ночи такой подскакиваешь, такой кто-то орет, еще понять не можешь, что происходит. Такой думаешь, там соседи, наверное, всех разбудил, такой, ну ладно. Встал, подошел. Вроде все, что можно, сделал везде. Так, я здесь ничего что не пропустил. А, ну да. Так, и такой смысл, такой, ладно, думаешь. Окей, проснулся, врубил дальше, лег дальше спать, что-то всю ночь не просыпался. И мне, конечно же, YouTube ничто лучше не придумал. А дай-ка я врублю Алексею, ай-яй-яй-яй-яй, историю серии Dead Space. Это именно то, что нужно для сна. Тут, я думаю, что мне кошмары-то потом снились такие. Там, знаете, вот эта муд-музыка, хоррор там и так далее идет такой... Замечательно, просто замечательно. Все, вот как-то вот так, короче, нифига не выспался. Сейчас сижу. Вот, начинаем снимать. Ладно, ребят, давайте ставим лайки, поехали. С вами, как всегда, я Леха Смертник. Если вам нравится этот мод, если ждали, прямо сейчас поставь лайк и напиши комментик. А если не поставишь, то все. Все, нам тогда с тобой больше не о чем разговаривать. Ладно, давай, поехали. Так, доброе утречко. А че я проснулся у Василища на заднем дворе? Я что, яблоня, что ли, или что? Подожди, я ведь врубал здесь. Так, ладно, сейчас, мы все врубим. Сейчас все везде врубим. Где-то врубим, где-то не врубим. Будем гонять, что-то делать, где-то что-то не делать. Так. Вот. Вот он, я нашел его. Я его нашел, не знаю, это мне пригодится, не пригодится. Так, давай. Это просто создатель мода писал, я что-то обратил внимание, мне в памяти отложилось, потому вот так вот, и поэтому я знал про гаечный ключ и про это. Спасибо тебе, второй голос, постоянно все говоришь. Дальше я ничего не знаю. Кого ты дальше не знаешь? А кого открывать-то вообще? Ну, что-то где-то открывает. Это хорошо, когда что-то где-то открывает. Сейчас я всю эту фигню буду соединять. Так, где здесь же, да, видел? Давай, погнали. Василич, здорово, Василич, добрым утром тебе. Не болей, не хворай. Так. И здесь же я дверочку. Опа, здесь как раз тоже нужно все это дело активировать. Активировать нужно. Так, течет вода. Бежит ручей. Скорей, Василича, залей. Здорово, нифига себе, куда он залез. Василич молодец, ты смотри, как лазит. Да, лазит. Как я должен был догадаться, что это именно тот пульт, я без понятия, конечно. Может быть, там, конечно, была какая-то подсказка. Так, опачки, гараж открываем. Открываем гараж. Вот можно взять синий ключ и при помощи синего ключа забежать на капкан и остаться без ног. Мы всегда так делаем. Так, я прям слышу, как Василий здесь на улице где-то ходит, крадется. Крадется, ищет меня, походу. Так, ладно. Ружье. Ружье, наверное, пригодится. Лом тоже по-любому пригодится. Однозначно пригодится и то, и другое. А если нет ни того, ни другого, значит, поймают любого. Так, и нафига мне все это дело? Так, ну ладно, лом можно это дело снять пока что. Так, здесь же не надо синий ключ и так далее. Такие всякие красненькие тоже не надо ничего. Ничего вообще нигде не надо. Здесь же у нас ничего нет, по-моему. Ничего нету здесь. Даже Василича здесь нет. Нам нужны вот
Видимо, вот такие вот ключики собрать. Лом еще собрать. От машины собрать. Вместе на соседних унитазах посидеть. Так вот, красненьким бы еще найти. Не знаю, где все эти ключи и все это брать буду. Где это возьму? Сам сделаю, что ли, или что? Или как? А? Ну, вот, болгарочку взять. Тут нифига себе болгарочка. И вообще, хоть что можно такой болгарочкой разрезать? Можно Васильевича прям разрезать, и все, нет Васильевича, нет подвала, как говорится. Нет подвала, нет проблем. Ты где, Васильевич? А, он бегает, что-то через дорогу бегает, помидоры кидается. Боярщик опять с утра подпил, пацан, вот и бегает. А чем ему еще заниматься-то? Так, вот здесь как раз мне понадобится вот эта фигня. А вопрос, где я... открыл какую-то решетку? Может быть, это сверху было бы, может быть, еще где-то. Может быть, да, вот здесь, кстати, в самом верху. Может быть, здесь она открылась, а может быть, не здесь, я не знаю. Где-то просто открыта какая-то решетка. Так, это у меня закрыто. Это фигово, когда она закрыта. Нужно еще ключи где-то искать от всего. Без понятия, где, что искать, зачем, почему и для чего. Так, здесь я включал. По-моему, не включал. Так. Течет ручей. Растет трава. А, вот здесь тоже есть, да? Давай. Сейчас все врубим. Как подрубим, мы тут все офигеем. Не знаю, зачем я это все делаю, собираю. Так. Идем. Будем идти по следам, так сказать. Следам. Я нашел твой телеграм. Так, главное, что есть ружье. Главное, что я гангстер. Так, а нафига мне вообще вот эту комнату? Чтобы просто залезть сюда, что ли? Ну чтобы я залазил здесь наверх за Мишкой. Давай, идем дальше. Давай будем идти прям по следу этого водопровода. Куда-то он нас обязательно приведет. И где-то мы что-то зачем-то врубим. Замечательно. Вот, видимо, там что-то где-то мы и врубим. Не знаю, что врубим, зачем врубим. Так, это у меня в эту комнату, да. А, причем забавно, в комнате, говорит, там, где ты, говорит, взял пульт, есть, говорит, пульт под тумбочкой. Это, не, просто прикол был в том, что я взял пульт, кинул сюда, он попал под тумбочку, я пришел, взял этот пульт, и мне говорит, там, говорит, есть, говорит, пульт под тумбочкой. Так я его взял. Дима 306 или какой-то ник, я что-то вообще вот это я не понял. Вот я такой взял отсюда, кинул под тумбочку, потом забрал из-под тумбочки и попытался открыть, он не открыл, мне пишет, там есть под тумбочкой, говорит, еще один пульт. Внимательнее. Хотя кто бы говорил, слепошарый Алексей? Он на свете всех тупей. Так, ладно. Ё-моё. Приходится здесь ходить, тут себе подкладывать. Подкладываешь. Я даже не знаю, нафига всю эту штуку собираю. Я себя чувствую Супер Марио. Главный водопроводчик на его. Правильно, конечно, полетели. Чего он? Вот, и это есть. Кто на метле, а кто так летает. Так. Стой. А мне такое чувство, что я все пособирал везде. Как будто все я везде врубил. Теперь мне нужен аппарат. Вот, у меня есть здесь Васильевич. Васильевич, давай сальтуху крути. Если Васильевич не стал крутить сальтуху. У Васильевича аппарат, может быть, только, наверное, самогонный. Так, здесь у нас нет нифига. Стой, ну у меня такое чувство, что я реально все, по-моему, везде врубил. Так, здесь у меня заперто. Значит, я где-то что-то пропускаю. Где-то пропускаю либо ключ, либо еще что-то такое, без понятия. И где-то я открыл решетку.
Вопрос только где? Вот меня смущает тоже решеточка вот есть у нас. Закрытенькая. Здорово, Василич! Здорово, родной! Так, вот. Еще есть. Василич там пока бежит. Что-то ко мне прикопался, да? Сальдух, крутани, Василич, ну ё-моё, а! Что-то тут все вот уходит куда-то, все что-то где-то поднимается, опускается. Где-то ключ я однозначно еще теряю. Где-то мне, наверное, нужно найти еще какой-то ключ. Может быть. Может быть, не нужно найти. Я без понятия. Я тут хожу что-то кругами. Сам себя найти не могу. Магнита у меня тоже нет. Может быть, здесь где-то... Может быть, где-то, ну, в этой комнате уже несколько раз смотрел ключ. Ну и что-то мне на глаза не попадалось. Ну, правильно, тем более, сейчас я вообще не проснулся. Сейчас-то мне точно на глаза ничего не попадется. Я могу в упор, наверное, смотреть и ничего не увидеть. Граммофон есть, замечательно. Песенки будем петь. Василич там все лазит. Когда-то он залазит. Нафига мне вот эта вся вот эта барбитура-то, а? А это куда выше? Нифига себе, там выше еще этажа 2, что ли, будет? Интересненько. Я пытаюсь понять. Вот эта штука. Как будто вот прям выше надо мной что-то где-то открывается. Я не понимаю, что и где. То ли выше, то ли ниже. Это точно не эта решетка. Может быть, я наоборот закрыл, взял? Ну как бы здесь по слышимости как раз рядом типа получается. Нет, мне кажется, однозначно не та. Давай, Василий, сальтух, крутаним. Правильно, молодец, Василий. Тренируйтесь к Олимпийским играм. Нет, он даже по звуку выглядит совершенно по-другому звучит. Как будто вот где-то вот... Я не понимаю. Ну, может, я тупой, потому не понимаю. Не эта решеточка. Вроде все... Везде активировал, где мог. Все везде покрутил. Василич там еще бегает, он меня задолбал уже. Что бегает за мной? Василич, иди за, не знаю, за девчонками побегай. Ну что ты за мужиками-то бегаешь-то, а? Сколько можно, в конце концов. Так, здесь у нас что? Здесь у нас нифига. Здесь я уже, по-моему, что-то брал, что-то забирал. И по-любому где-то я что-то дофига что пропускаю делов. Василич, вон телефон, я сейчас звонить буду. В инспекцию. Не, серьезно. А что делать? Все, Василич, нет у тебя клея больше. Может быть, все-таки ключик здесь есть какой-нибудь? Какой-нибудь ключ? Что бегает здесь? Что он бегает-то постоянно? Правильно, здоровьем занимается. Так, карточка. Допустим.
Ну карточка, она мне пока и нафиг не нужна, эта карточка. Да, дело прошлое, с этой карточкой можно намного проще. Там есть печка, можно разетовать. Это вообще вот наверх сюда идет. Да? Так я, наверное, не залезу. Не залезу я так, наверное. Молодец, правильно. Упал, разбился. Правильно, так и нужно всегда делать. Падаешь, разбиваешься. Где я теряю ключ? Мне кажется, я могу, не знаю, сколько здесь чуть так. Вот вода течет, да? Течет. Найти бы вообще, куда и зачем она течет. Начнем с этого. Вот мне по-любому нужен какой-то ключ. Хоть один. Если я найду хоть один ключ, я что-то смогу дальше сделать. Странно, желтый ключ лежит здесь внутри. Значит, может быть, я попасть сюда где-нибудь сверху должен, например. Чем я тут каждый раз сюда прыгаю, в надежде, что я все-таки возьму и туда запрыгну. Где-то вот решетка открылась. Где она открылась? Где я что открыл? Вот я что-то где-то вот открыл, я не могу понять, что, что и где. Бежишь здесь? Бежит. Никуда не убежит. Медведя так забирал в этих степях. Больше здесь я нифига не вижу. Ключ, говорит, здесь. Но ключа здесь не было. Здесь меня обманули, конечно же. Все, здесь пересмотрел, вроде не увидел. Я, короче, реально не знаю. Я прям сижу, у меня глаза еще замылены прям максимально. Вот как туман здесь, а также у меня и в реальности вот такие же. Доброе утро, глаза, как говорится. Серьезно, а где взять-то? Где найти? Где взять? И куда мне побежать? Эта штука, я тоже не понимаю, куда идет. Вот это вот что? Там я открываю что? Не, реально, вот что я открываю? А что она закрыта вечно? Вот как будто вот прям выше. Я беру какую-то решетку, открываю. Да какую нафиг решетку выше я открываю? Я не понимаю, что и где я открываю. Прям слышу, выше решетка какая-то. Да что за решетка-то? Здесь же нет никакой решетки. Нет, нифига. Да, Василич, ты надоел уже здесь бродить постоянно. Ты все равно сейчас опять сальтуху крутить будешь. Давай, Василич, сальтуху. Сальтуху крутани. Не хочешь сальтуху крутить, Василич? Бежит Василич, давай, родной. Прыгай, прыгай, Василич. Все, Василич убежал. Василич, надоел, я здесь. Правильно, пинай мебель, пинай все, пинай, Василич. Правильно, оп, молодец, Василич, полетел, Василич. Я реально, ребят, я не понимаю, что мне надо делать. Что за фигню я открываю этой штукой? Где?
Слышу звон, как говорится, но я нифига не понимаю, где он. А это что такое? А-а-а! Вот что я открываю. Я слышу где-то то ли сверху, то ли снизу. Так, все. Жизнь теперь у нас станет намного проще. Так. Красный, 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 красный ключ. Ты прекрасен, ты могуч. Я думал, какая-то решетка, а тут вон он что, клад Васильевич. Осталось понять, откуда красное, либо вот это вот правое. Раскудрявое. Ага, оно. Все. И куда это я? А я далеко собрался-то. Часики крутятся, как говорится, лайки мутятся, видимо. Так, и... Конечно, все великолепно. Путешествие в никуда, так сказать. Диванчики и дверочки, картиночки мои. Иду я вновь к Васильичу. Так, и чё? Да ё-моё, а! Так и думал, что сейчас проблема с этим небольшая будет. Ладно, ладно, всё по новой. Понял, понял, я отстал. Ну как-то кровать неудачно поставили, может, можно тыкаться об крайнюю эту штучку. Хотя, по идее, я так понял, с неё наоборот и нужно прыгать. Так, давай на диванчик и на дверочку, картиночку мою. Надо вот так вот. Опа. Я думал, не долечу. Честно думал. Так. Да ну ё-моё, а! Так и думал, с разбега надо. Так, ладно. Бог любит троицу, как говорится. Не, видимо, и троицу тоже не особо. Так, давай, пошли. Просто разбегом можно немножко перелететь, там не долететь. Чем я вообще занимаюсь здесь? Чё, какие-то мои кошмары, что ли, или чё? Так, так, так. А, перепрыгнул. Перепрыгнул. Так, вот здесь может прямо вот отсюда сразу тогда. И здесь спокойненько пошел, пошел, пошел. Меня вот это смущает. Так, ладно. И дошел. Дошел. Куда-то дошел. Не знаю куда. Может сейчас прыгать буду как сокол. О-хо-хо. Так, ладно. Часики крутятся, как говорится, лайки, наверное, мутятся. Так, эпизод 2, ну это, конечно, хорошо все. Так, это просто выход на улицу у нас, да? Я так понимаю, вот. Что-то где-то я еще открыл. Фиг знает где, фиг знает что. Что-то, видимо, еще открыл. Так, вот эту решетку, куда я должен был вообще потом попасть... А, ну, я там подумал, что там баг, когда залазил через окно, оказалось вон, ну как. Так, ладно. Спасибо тебе. Второй голос опять. А там система античит была. Так, ну давай туда залетим. Все, что-то. А дальше-то что? А куда дальше-то? Что дальше-то мне делать-то? Мама! Так, давай туда заберусь. Опять Васильич побежал. Как ты мне надоел тоже, а? Чё ты ко мне прикопался? Дело ведь других людей. Ловит меня, ловит. А ты посмотри-ка. Так, ладно. А, это типа, чтобы я мог... А, чтобы сюда взял такой, в окно такой, бам, и запрыгнул. Ага. Допустим. Может быть, внутри я пропустил здесь все-таки какой-то ключ, например. Так, ну здесь красный должно быть. Значит, здесь что-то есть, скорее всего, внутри. Скорее всего, я внутри здесь что-то пропустил.
Так, здесь нифига нету. А что я здесь мог пропустить тогда? По умолчанию оно все равно здесь на красной стояло. А я здесь что-то брал разве? Я здесь брал что-нибудь? Может, здесь все-таки где-то ключ должен быть? Картина, я не знаю, какая-нибудь повернется. Типа я просто подходил здесь красный и этот. Холодная и горячая. Так она по умолчанию стоит на горячую. Значит, зачем-то же нужна эта комнатушечка? Комнатушечка-то нужна зачем-то. А вот вопрос, зачем? Что в ней, где такого спрятано? Непонятно. Ох, как непонятно-то все. Непоняточки у нас. Не, ну серьезно, я здесь, по-моему, ничего не брал. Ну по этой фигне, чё я, зачем по ней стреляю? Как будто там что-то может взять такое и поменяться. Чувство, что здесь где-то должен быть ключик все-таки. Типа включено, все включено, это понятно. Здесь по умолчанию было красное стояло. Под колпаком нет нифига. Кто-то в руке здесь ключ. Я прям слышу, как Василий здесь где-то ходит. Бродит. Да что за ерунда-то? Очередной тупик. Опять меня там где-то видит. Как ты меня видишь-то только здесь, а? Так, ну серьезно, здесь я нифига не брал. Однозначно, то есть я проходил эту фигню, чтобы вот отсюда я мог с окна перепрыгнуть. То есть это все было для этого сделано. То есть что я вот такой, ага, открыл, потом такой прыгнул и запрыгнул. А зачем? Зачем эта комната? Для того, чтобы что? Что-то я здесь явно пропускаю. Не могу понять, что. Не, ну она стояла на горячую. Типа, зачем я запрыгнул в комнату, где и так горячую, чтобы врубить горячую. Если я мог сверху, например, спрыгнуть и здесь дальше врубить. Тем более, непонятно, куда эти вообще все штуки ведут. Или я думаю куда-то не туда. Я ведь тупой, могу не туда думать. Вот, собачка, вон, ногу у кого-то съела и бегает с ногой довольная и счастливая. Хорошая собачка такая, воспитанная. В шкафу посидеть, там подумать. Ты смотри, какая картина, вот какие у Васильевича-то. Или я здесь что-то брал уже? Подожди. Что-то мне на секунду показалось, что с этой штукой можно что-то сделать. Ну, наверное, мне показалось все-таки. В любом случае, нет. Показалось. Бывает. Бывает и такое. Зачем? Зачем эта комната нужна тогда? Может, по этим пострелять? Тоже нет. Они бы на специальных штуках бы стояли бы. Ну, замечательно, когда так. Система античит работает, так сказать. Главное, уходит сюда. Да ну ё-моё, я сейчас опять в это царство попаду.
Дайте уйду отсюда, пожалуйста. Может, где-то эта штука стояла, чтобы, ну, типа, нажать? Чё-то ну ерунда какая-то. Чё-то у меня в голове не сходится. Ладно, я зайду с улицы. С улицы посмотрю. А Василий здесь доходит. Конечно, чё. Я сверху, Василий сверху, я снизу, Василий снизу. Делать-то что мне со всей этой билибердой? Не, ну с этой штукой, конечно, жестко. Стоял там фиг знает сколько, думал, что это, кого открывает. Ну, типа, я, допустим, воду везде врубаю. Мне должна быть эта штучка такая, типа, нажал. Типа, юху. Там, типа, пар дался и все. Только я не вижу эту штучку. А, замечательно. Ну, правильно, упал, разбился, что еще делать. Василий, я тебе всю карту разнесу. Допустим, ну, карточку, допустим, взять. Но она мне нафиг нужна, она отсюда. Что я сейчас возьму, что потом возьму, это мне вообще погода никак не сделает. Надо думать куда-то. Куда-то думать. Только я не знаю, куда думать. Думалка фигово думает. Что ж. И здесь главное, вот, с другой стороны. Ну та комната-то какого фига? Зачем я получал к ней доступ? Вот это как-то открыть надо. Воду я, по-моему, вообще везде врубил. Везде, где мог только. Бежит. Нафига? Может, я реально здесь что-то брал уже? На подоконнике, может, на каком ключ? Сверху. Да везде гляну. Так здесь по умолчанию, если она горячая стоит. Зачем мне тогда вход в эту комнату нужен был? Реально, слепошар Алексей, как обычно. Нет, иногда еще бывает. Где-то было, взял смс, картина четенько прям попала, на ключ упала. Ну нет же, нет. Нет. Манет. Чем вообще занимаюсь? Зачем я это делал? Он Василич прыгает. Давай, Василич, сальтух крути. Молодец. Все правильно делаешь. Так, дайте мне залезть наверх хочу. Не знаю, зачем, просто хочу залезть наверх. Мне кажется, я не тем занимаюсь. Да я подумал, может быть, вот здесь сверху что-то лежит, есть. Есть только птички. На этом все. Значит, я что-то до этого здесь уже доставал такое. Нафиг мне не нужно. Нафига вся эта система-то нужна? Ну типа, ну прыгаю я выше, а мне вот вообще от этого ни тепло, ни холодно. Или что, это типа отвлекуха была такая? Ну вот, ага, ты стал выше прыгать. На самом деле, это, говорит, не для этого.
Всю хату разберу нафиг. Найду. Так. Какая-то дичь. Непонятная для меня. Сидишь там опять без бегаешь здесь постоянно. И за кем-нибудь другим побегай. Не лопаты, нифига. Просто бегаешь, 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 бегаешь. Когда-нибудь так что-нибудь возьмешь и набегаешь. Если только бегать. Если столько бегать, можно перебегать. Так, по-моему, по всей этой области я прошелся. Так, сюда я, наверное, вряд ли в ближайшее время запрыгну как-то. Тоже, мне кажется, как-то исключено немножечко. Здесь этого я расплавил. Там я нифига не нашел. А это что значит? Правильно, что надо пойти поесть. Позавтракал, не наелся. Ладно, ребят, давайте на этом закончим этот ролик. Сколько мы там записали-то минут-то уже? 37 минут мы записали. Сейчас как-нибудь вставим здесь покрасивше встанем. Васильич вон бегает. Ружье, все. Васильич, уйди отсюда, тут фотографируют, между прочим. Вот отчет идет. Все, ребят, если вам нравится этот мод, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, конечно, оставляйте свои комментарии. У меня еще что-то куча дел, которые надо переделать, то что-то все что-то смещается куда-то туда-сюда. На этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смерть. Всем отличного настроения, всем удачи, всем пока. Увидимся, ребят, давайте. Всем счастливей. Всем покедово.